Канун Дня Победы сотрудники госавтоинспекции вместе со своими помощниками, юными инспекторами дорожного движения, провели акцию «Георгиевская ленточка». Ученики 56-й школы раздавали водителям двухцветные ленты – главный атрибут предстоящего праздника. Инспектору почти не приходилось останавливать машины. Автолюбители, заприметив, что в руках у детей ленточки притормаживали сами. Черный цвет означает дым, а оранжевый – пламя. Георгиевская лента ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца и является знаком особого отличия солдата. Юные инспекторы напомнили водителям, что эта лента не просто украшение для машины. Я считаю, что это для людей значит больше, потому что, чтобы люди помнили, чтобы знали, чтобы никогда не забывали и чтили ветеранов. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Ну, хотя бы гордились бы своей страной и своими людьми.